Так, где-то ежиха бегает. Я ее чувствую, что она бегает. Но она где-то вот там, под полом. Сейчас ее даже не заснять. Давайте, давайте, идите куда-нибудь. Ну и... Ой, чумовые птички. Все, иди, иди куда-нибудь, иди. Вот так вот, вот туда. Ой, все, кранты моей бутылки чистой. Гуси, ну что вы за люди такие? Да, конечно. У нас же малявка. Мы про нее не забываем. Как бы мы не уставали за день, обязательно ребенка кормить. А как же? Вот он у нас, арестант на веревочке. А потому что у перепелов нефиг корм подъедать. Дарёша, кто так делает? Кто безобразничает? Вот. Мух тоже не надо есть на этой ленте. Сегодня они мне разгромили конкретно сарайчик. Особенно вот этот вот. Давай чуть-чуть еще. Тут маленечко осталось. До утра будешь голодная. Все? Ну и все. В принципе, у тебя там рептух еще. А ты с этой стороны подъедай. Потому что нефиг вести себя как попало. Ай, кто у нас любит молоко пить? Белка. Она единственная у нас коза, которая пьет козье молоко. А сосательного рефлекса-то нету. Вот я тебе могу только выдавливать из бутылочки. Ой. Козе 8 лет. Знакомьтесь. Молочная на подсосе. Вкусно тебе. Молодец. А чего? Даже козы любят козье молоко. В нем же столько витамина. Сейчас, сейчас, сейчас. Все. Умничка. А еще сегодня я так себе хозяйка. Полдня в поликлинике в детской проторчала, справку делала. Сашкино индивидуальное обучение. И, короче, теперь остужаю кашу в холодной воде. Ну, а что делать? Тут трахея, язык свиной, легкие. Вот это вот я не знаю, что... А, это печень кроличья. Сюда я тоже закинула. Ну, короче, уже почти охладилась. Ну, еще... Ну, рука теплая, но надо маленько похолоднее сделать, чтобы Байкалу было комфортно кушать. Вот так вот заканчивается наш день. Устала или не устала, успела, не успела. А любимая собака, да вообще скотина вся должна быть накормлена. Сама сейчас тоже салатик себе настрогаю. Сегодня мы с Сашкой вдвоем. Стас у нас в Питере, Серега на сутках. И мы сегодня по-легкому поужинаем. А охрана у меня по-легкому не ужинает. Охрана у меня по-серьезному ужинает. С мяском. Чтобы и белочки, и углеводики. И все в правильном сочетании. Да, сына? Приятного, заинька. Вот они мои зайцы. Вот они мои подбегайцы. Вот они мои красавчики. Вот они мои ушастики. Вот они мои золотые. Вот они мои умнички. А вот эта клетка у нас теперь пустая. За ней поселились осы и ужалили мне троих королей. Ужалили насмерть. А трое переселились. Сейчас покажу, куда. Вот трое оставшихся. Я сначала вообще понять не могла, что у меня с кроликами. А потом, как поняла, и у меня волосы зашевелились. От осиного укуса, оказывается, кролики могут погибнуть. Да, ребятки. Вот они мои хорошие. И не сразу я этих ос чертовых заметила. Ну, так что в тяжелые времена, в
тесноте, зато живые.